эфире «События» в студии Юлия Анциферова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Нападение на полицейских и военных в Европе. В одно и то же время в Лондоне и Брюсселе преступники с ножами набросились на стражей порядка. Есть ли связь между терактами? Поисковую операцию возобновили на Кубани. На месте падения автобуса ищут без вести пропавшего рабочего. В регионе сегодня объявлен траур. Новые испытания КНДР. Пхеньян запустил 3 баллистические ракеты малой дальности. Все рухнули в Японское море. Как отреагировали в Токио? Нападение на сотрудников правопорядка. В столицах сразу 2 европейских государств. В Брюсселе выходец из Африки атаковал военный патруль. В Лондоне мужчина с ножом набросился на полицейских недалеко от Букингемского дворца.